Миргород, Шишаки, Диканька, да. Как раз вот в тех местах. Вот. Что можно сказать перед показом? Допустим, что главный герой этого фильма, собственно, мой приятель, известный московский художник Пепл, известный своим знаменитой инсталляцией «Deep Apple под фанеру». Значит, вот он в данном случае как бы выступает в главной роли профессора. А в главной роли народного героя здесь выступает художник Виталя Молька, который во времена съемок был просто таким городским деревенским сумасшедшим художником, но привлекающим постоянно к себе внимание каким-то неожиданным, странным, может быть, поведением. И, ну, как бы он был известен тем, что его выгнали из школы еще за то, что он постоянно рисовал и рисовал всех своих сокурсниц голыми. Таких голых женщин рисовал постоянно. И как бы однажды нашли целый мешок. Он все тетрадки свои школьные зарисовывал и вот этими.